Игорь Васильевич, а что у тебя уши такие красные? Антошенька, ты знаешь, что я заметил? Что? Вот как только я начал носить маски, мои уши стали выдерживать лапши на 30% больше. Я все понимаю. Волосы из носа служат для фильтрации воздуха, которым мы с вами дышим. А у кого-нибудь есть объяснение, для чего служат волосы на жопе? А? Горян, привет. Ну, Ром, привет. Как у тебя дела? Ты что, стебешься, Ром? Нет, в смысле? Почему стебусь? Я не понял, мы что, не в одной стране с тобой живем, а? Ну что ты переживаешь, дорогая моя? Ты не поправилась. На улице скоро зима. Ты просто утеплилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вы к нам на собеседование. Да. Автомеханик. Да. Бухаешь? А есть что? Я в принципе спрашиваю. А, ну раз в принципе, тогда нет. Наступило какое-то странное время года. Утром ночь, вечером ночь, а днем я работаю. Игорь Васильевич, да. Я все. В смысле все? Я увольняюсь. А что случилось, Антоша? Я хочу себя попробовать в гетеросексуальном коллективе. А-а-а! Решил бросить бухать, да. Ну иди отсюда, иди. Здравствуйте, у меня что-то с машиной, мотор барахлит. Можете посмотреть? Давай посмотрим. Так, заводите мотор. До конца? Не понял. Удивите меня. Ну, чтобы лампочки загорелись или чтобы машина завелась? Сейчас, секунду. До конца заводите, пожалуйста. А, хорошо. Вы знаете, вот иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то херней. Но потом вспоминаю, что мне за это платят зарплату. И становится, знаете, как-то легче. Антошенька, здравствуй. Это начальник твой, Игорь Васильевич. Да. Антошенька, я знаю, что ты сейчас на даче. Там у вас жара жутчайшая. Да, ты копаешь картошку, Антошенька, да. И пьешь теплое пиво, Антоха. Да, и ешь невкусное мясо под названием шашлык горелый. Так вот, Антошенька, ты думаешь, я здесь работаю? Нет. Клиенты мне привезли 3-литровую банку вкусного холодного пива. Вот он. И я его выпью в одну харю. Понятно? Жаль, конечно, что нет Международного дня дебила. Иногда так хочется некоторых людей поздравить. Вызывал, Васильевич? Антошенька, не надо, пожалуйста, у меня в сервисе заниматься самоуправством. Почему? Все вопросы с клиентами буду решать я. Не надо там ходить, Васильевич, мутить вот что-то. Ты б сразу так бы и сказал, что теперь будет все у нас решаться через жопу.